Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі пройде міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв. Хто буде представлений, хто буде судити учасників і що це взагалі таке, сьогодні нам розкажуть організатори і навіть один із учасників турніру. Зустрічайте у нашому прес-центрі. Ірина Власенко, директорка дитячо-молодіжного центру «Лідер», та Міро Ванадзе, організатор та учасник турніру. Я вас вітаю. Доброго дня! Ірина, розкажіть нам про турнір, коли він відбудеться, чого нам чекати і чому варто його відвідати? Во-первых, он этот турнір единственный в своем роде. Такого ещё не делали в Дніпрі, потому что будет представлено 6 стран. Міро уже более подробно расскажет. И, конечно же, среди этих стран Украина представлена. Бои будут как профессиональные, так и любительские. Будет 20 поединков. Поэтому зрелищно будет, очень ярко, и всех приглашаем. Я думаю, что в Днепре вы такого не видели. Всех любителей боевых искусств, все, кто занимается, либо любит просто зрелище, приходите обязательно. Будет международный турнир проходить в эту субботу, в 17:30 начало. Билеты уже есть в онлайн-продаже, а также можно там приобрести будет. У мене от таке питання було, ви його опередили. Людям, які раніше не цікавилися бойовими мистецтвами, які, в принципі, далекі, скажімо так, від такого питання, як ММА, К1, ми потім детальніше розберемо, що це таке взагалі, буде цікаво прийти на турнір та подивитися? 100%, но ти должен понимать, когда ти йдеш на такое мероприятие, ти должен понимать, что... Детей туда везти не нужно, маленьких. Мой сын 12 лет обязательно пойдет, потому что он этим увлекается. Не обязательно разбираться четко, да, там, во всех направлениях. Вот. Но любому мужчине будет интересно посмотреть. Есть, конечно, у нас много девчонок, которые в Днепре любят такие зрелища. Как минимум на красивых спортсменов можно прийти посмотреть. Таке логічне запитання. Дитячо-молодіжний центр «Лідер», основне таке слово «дитячо», прийняв участь у організації такого заходу, як бої. Чому взагалі виникла така ідея проведення міжнародного поєдинку, міжнародного турніру? Я би, наверное, більше тут зробила акцент в основному молодіжний центр, потому что у нас занимаются как детки от 4 лет, так и ребята до 35 лет. И один из спортсменов клуба смешанных единоборств «Витязь», который находится в центре «Лидер», как раз вот и будет участвовать. Владимир Кожемяка, который есть у нас чемпионом Украины, он будет принимать участие в этом соревновании. Вот. А почему мы принимаем участие? Во-первых, это поддержание спорта в Украине. Во-вторых, у нас ребята занимаются спортом, спортом разным. И в любом случае и тренерам, и детям, и родителям прийти посмотреть, к чему, да, ребенок придет, если захочет заниматься спортом, и какого результата он может достичь, конечно же, стоит прийти и посмотреть. Міро буде зараз переходити на російську мову, щоб було зрозуміліше. Розкажіть, пожалуйста, подробніше для наших телезрителей, які, к сожалению, може бути, не до конца розбираються в такому понятті, як смішані бойові єдиноборства. Що таке ММА, що таке К1, на що будуть приходити дніпряні і смотреть? Всім доброе утро. Спасибо вам большое за приглашение. Первую очередь я хочу сказать большое-большое спасибо все наши, все партнеры на этом проекте. Я организатор, но один человек не сможет никогда сделать такой большой, грандиозный турнир, который нам ждет 26 сентября, на этом субботе. Что будет, что я объясню, что такое ММА, что такое К1. ММА – это смешение единоборства. Сегодняшний день ММА – это один из популярных видов спорта. Там, ну, мы все знаем, что такое UFC, там просто зрители, ну,
это будущий спорт, чтобы все остальные спорты, ну, мы сейчас идем только ММА. Кадин, что касается кадин, это кикбоксинг, это вид спорта, это тоже очень интересный. Мы делаем в турнир, который такой смешанный, там будет боец ММА и кадин. Два вид спорта на один турнир, на один ринге, октагоне. Это очень интересно. Там будет очень зрелищный поединок. Это вообще, я уже 3 года в Украине, в Днепропетровске, в Днепре. Такой турнир, ну, не было. Ну, зрители нам, ну, там будет очень интересный поединок, очень жаркий поединок. Я вам обещаю, что человек, который покупает билет и будет в нашем турнире, их ждешь очень жаркий турнир. Турнир, который, ну, надо смотреть просто. Это надо смотреть. Всех приглашают на турниры. Скажите, пожалуйста, кто будет судьями поединков? Спасибо большое, очень важный вопрос. У нас в турнире будет судья Виктор Богуславский Владимирович, очень известный судья, профессионал, его есть большой опыт, он больше 20 лет в спорте, он уже последние 10 лет занимается, он супервайзер, главный судья, у него есть большой опыт. У него есть имя, потому что все участники, все команда, все тренеры, которые, все спортсмены, которые у нас будут на турнире участник, там не будет никакой вопроса, там будет все честно, четко. Наши цели, что развить спорт. У нас лига WGF, международная лига. Наши цели, чтобы развить спорт Днепропетровский, не только Днепропетровский, во всем в Украине. Потому что в последнее время ну, мало турниры на большой уровне, что касается международных, нету, ну, есть только между собой. Что касается Лига WGF, это мы сделаем турнир, который в Днепре именно не было никогда. 6 стран-участников. Там будет Украина, Грузия, Туркменистан, Марокко, Тунис, Азербайджане. Ну, это очень большой, это очень большой спортивный бойцовский мероприятие. Ну, я такой никогда не видел, чтобы в Днепре 6 стран. Ну, это большой праздник для наших зрителей, для наших город. Это наш спортивный праздник, могу сказать так. Вы сказали за развитие спорта в Украине. Скажите, пожалуйста, по вашим собственным наблюдениям, как сейчас в нашей стране, в непосредственно городе Днепр, развивается вот такое направление спорта, как смешанное единоборство? Что касается в Днепре, последнее время есть большое развитие спорта. Это надо правда говорить, есть большое развитие. Но наши цели, которые профессионалы, тренеры, профессиональный организатор, профессиональные спортсмены, наши цели, что нам надо всегда идти вперед. Мы не будем стоять, потому что на месте нам надо только чем больше будет спортивный мероприятия, спортивные турниры, тем больше, быстро будет развитие спорта. Наши цели, ну, есть развитие, есть прогресс, но нам нужна пропаганда, больше спорта, больше развитие спорта. Нам нужен здоровый образ жизни.
каждый спортивный турнир, каждый спортивный мероприятие, это нам дадут больше стимулы, больше, ну, мы будем только в спорте. Это наши, это наши цели, чтобы есть, ну, мы будем стараться, чтобы делаем больше спорта, развить, ну, для наших целей это. Об этом я хочу благодарю все мои партнеры, ТТЧ молодежный центр, лидер, директор Ирина Власенко Михайловна, тренер клуб «Витязь» Артем Криваков Кинадович, тренер клуб «Нест Академ ММА», менеджер Лига WGFC Баде Матар и все ребята, все мои партнеры, которые мы и один человек никогда не сможет сделать. Это большая команда. Это все партнеры, которые нам помогали. Мы это все это партнеры уважающие. Я хочу сказать, что это все партнеры герои, потому что человек, который сделает даже маленький шаг для спорта, для развития и детей, для здоровья, образ жизни, это дело очень уважающее. Мы будем ценить всегда. Это, спасибо всех, чтобы помогали. Мы уже сделали. Суббота всех ждешь, будет интересный турнир. Еще один вопрос. Есть уже какие-то прогнозы на бой? Что говорят сами бойцы и как они готовятся, как тренируются? Это очень хороший вопрос. У нас ждет очень интересный поединок. Днепр большой город, есть очень много крутой, известный бойцовский клуб, патриоты, Витязь, апгрейды, адреналины, очень много сикарию, там леоны, очень много. Ну, у нас ждет участник из патриота, ну, у нас ждет есть грузинский легионер клуб патриот Георгий Акошвили и его оппонент Евгений Берковский. Очень интересный поединок будет. Еще участник клуб «Адреналин» Александр Удовико и участник в городах Харков Максим Сорока. Это будет тоже интересный поединок. Еще один из интересных поединков будет опытный боец Олег Плотник, клуб «Адреналин». И боец из Кривого Рога Роман Добрини. Я считаю, что это три поединка будет один из интересных. Публика, зрители уже ждешь, уже и в соцсети есть очень много видео, они бойцы друг друга уже визвали, но очень много интересных поединков нам ждешь. Что касается еще, ну, это бойцовский вечер, бойцовский праздник. Здесь будет очень жаркий турнир. Ну, я хочу от себя добавить, Миро скромничает. На самом деле, кроме того, что он организатор турнира, он еще и участник турнира. И кроме того, что у него еще организаторская подготовка, он с утра до вечера в зале. То есть это и на телефоне, и в зале, и психологически, и физически. Это, конечно, сложная такая нагрузка, поэтому я желаю тебе победы. И классного боя. Всегда Ваназе, когда выступает, это всегда очень круто, зрелищно. Его любят во всех городах Украины, несмотря на то, что он всего лишь 3 года в Украине. Его любят все. Он куда ни приедет, он обязательно чемпион и привозит кубки. Плюс в лидер еще один золотой кубок нам не помешает. А какими наградами вы больше всего гордитесь? Ну, какими победами? Знаешь что, для меня
я бывший парец сборной Грузии. Я начал бойцовскую карьеру 2017, я приехал в Украину, потому что в Грузии ММА, смешанное единоборство, это там, ну, не, там это не очень популярно, там только олимпийский вид спорта. Я приехал сюда, чтобы я стал мастер, как боец ММА. Для меня я, ну, каждая победа, это, ну, очень, ну, такой всегда вспоминаю. Ну, для меня, как боец, я никогда не могу забыть, вот первая победа. Я это всегда вспоминаю, я это чувство не могу, ну, я не могу, ну, это надо просто, ну, это такое чувство, чтобы это больше всего, там, это чувство, которое нельзя объяснить, ну, не могу объяснить. Ну, какая что? Первая у тебя победа в Украине? Ну, я это первый мой профессиональный поединок, это тоже было в Каменской, там первый мой поединок, я выиграл технический нокаут, вот это поединок. После этого уже было подряд 4 победы. Для меня повезло, я, мне помогаешь мой борцовский база, я базовой борец, потому что я уже в стойке хорошо дерешь, и в партере тоже у меня греплинги классные, потому что для меня, ну, я считаю, что я, ну, я не могу, ну, я считаю, что я универсальный боец, я не только бывший борец. Что ж, мы тоже желаем вам удачи, спасибо еще большое. Больше побед и побед на ближайшем турнире 26 сентября. Так, перемикаюся на українську і повертаюся до вас, Ірино. Ви сказали, що Міро один із організаторів, ви також долучилися до цього. Ми розуміємо, що масштабність боїв, їх ефектність, от те, що ми говоримо, запал, залежить також і від організації. Що буде, чого чекати, окрім того, що будуть бійці, буде сам бій, що очікувати нашим глядачам і тим, хто завітає до вас на бої? Ну, кроме того, что продумана рассадка, посадка наших зрителей наилучшим образом, и возле октагона будет вокруг тоже у нас и столики, и столы, что будет вызывать такой эффект еще круче, да, прям вот, вот-вот он спортсмен, и вот этот бой прям рядом на твоих глазах, прям перед тобой. Кроме этого, от центра «Лидер» представлен ведущий. Это один из самых крутых ведущих у нас в Днепре, Павел Горишный. Кроме этого, конечно же, звук, потому что все должно сопровождаться классной озвучкой. Тогда это вот залог классного мероприятия. Давайте ще раз, у нас добігає наша прес-конференція до кінця, анонсуємо захід, куди приходити, де придбати білети, і, до речі, ще одне запитання, чи буде транслюватися бої, можливо, їх можна буде хоча б потім переглянути вже в онлайн-записі, розкажіть. В обов'язковому порядку будуть і фотографії, і буде відео, і буде виставлена, є в інстаграм страничка у нас WGFC, також є страничка дитячо-молодіжного центру «Лідер», центр .лідер англійськими. Вот. Также странички Мирова Надзе, Facebook, Instagram, его можно увидеть, найти, на него больше, чем полдня уже подписано, это точно. Вот. И, конечно, там будет выложено и видео, и фото. Прямой трансляции не будет, ну и, конечно, мы вас ждем в гости посмотреть и понять, о чем мы вообще сейчас говорим, потому что понять можно только, когда вы придете. Приходите 26 сентября в 17:30 начало, крыша ТРЦ Приозерного, это скейт-парк, который будет переоборудован в крутой международный турнир. Придбати білети можна онлайн, як я розумію, чи вже онлайн, да, можна онлайн в інстаграмі страничка WGFC, коли ви заходите, в шапці є ссылка. Также вот Ирина Власенко тоже, пожалуйста, в Инстаграм прошу. Конечно же, там все посты у меня тоже сейчас посвящены нашему турниру.
Що ж, я вам вдячна за інформацію. Сьогодні ми говорили про міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв, який пройде у Дніпрі вже у цієї суботи, 26 вересня. Усіх запрошують. Впевнена, з нашої прес-конференції буде дуже гаряче. З вами у студії була я, Анна Кравчук, також наші гості, організатор і учасник турніру Мірова Надзе, директорка дитячо-молодіжного центру «Лідер» Ірина Власенко. Телеканал «Відкритий», прес-центр. До нових зустрічей. Не перемикайте.